Краевые автоинспекторы сегодня подвели итоги работы ведомства. За год 2015 по общим показателям дорожно-транспортных происшествий оказался лучшим за последние 12 лет. Стало меньше травмированных и погибших. Снизилось число аварий по вине пьяных водителей. Стало меньше ДТП, в которых пострадали дети. Тем не менее, участились случаи дорожных происшествий, которые связаны с неисправностью транспортных средств. В прошлом году в крае было 9 аварий с особо тяжкими последствиями. Из них 6 с автобусами. В целом ДТП с участием общественного и коммерческого транспорта стали происходить все чаще и в большинстве случаев по вине самих водителей. У них есть договорные отношения, и дальше их благополучие финансовое зависит от того, сколько они перевезут. Сколько перевезут, это значит, сколько они успеют проехать по этому маршруту и сколько собрать. Вот отсюда все нарушения. У нас там, по-моему, есть 7 перевозчиков, я сейчас их перечислять не буду, которые допустили 3 и более дорожно-транспортных происшествий, где пострадали, либо погибли люди в городе Красноярске. Ну и когда их снимают с маршрута? Только тогда, когда уже погиб человек, и это становится настолько очевидно, что они нарушают